Доброе утро, дорогие друзья, спешу на работу. Это канал «Жизнь с нуля», с вами, как всегда, его автор и ведущий Вячеслав. Бытует мнение, что если ты попал на хорошую работу, ответственную работу, высокооплачиваемую, то нужно не отстаивать свои права, интересы и все такое прочее. Спешу вас разочаровать, на самом деле многие работы, ответственные и высокооплачиваемые, как раз связаны с тем, как вы отстаиваете права свои, своих рабочих, как вы принимаете решения. Вот. Иногда эти решения могут быть непопулярны, могут быть каким-то образом казаться неправильными, но принимать их должны вы. Вот. И я заметил, что через какое-то время начал понимать, что там, где хорошие оплаты труда, там, где интеллектуальный труд, там всегда от тебя в первую очередь ждут решения. И очень хорошо, когда эти решения умеешь принимать. Это очень сложно, я этому учусь всю жизнь. Так что, друзья, хотите успехов, учитесь принимать решения, делать правильные выводы. Друзья, привет! Это канал «Жизнь с нуля». Снова с вами ведущий Вячеслав. Давно ничего не снимал. Монтируемое видео, естественно, растягивается в сюжетном ряду, потому что доснимаю постоянно что-то. И в данной ситуации речь сегодня пойдет о трудоспособности нашего населения. Все в России хотят хорошие зарплаты, много денег, вот, надежные предприятия, надежные места, где можно заработать достаточно на жизнь. Но одна из основных задач, которую приходится решать и работодателю, и работнику, это то, что сама трудоспособность населения оставляет желать лучшего. Все хотят хорошие деньги за легкую работу или вообще за ее отсутствие на рабочем месте. И поэтому одна из очень важных кадровых проблем — это то, когда ты нанимаешь людей или рекомендуешь, они приходят на работу и, в общем-то, начинается проблема. То есть они либо не хотят работать, либо им все дешево кажется, либо они считают несправедливым какие-то условия труда. Вот. В итоге как бы работать не с кем. И вот я лишний раз убеждаюсь, что попадаю в такую ситуацию очередной раз, когда работать не с кем. Единственный надежный работник, который никогда меня не подводит, это мой сын. Вот. В этом плане жалею, что сыновей мы родили мало. Сейчас бы было бы еще двое, вообще было бы супер. Можно было бы спокойно любой объект брать. Вот. Потому что сын мой обучен всем тем же навыкам, какие имею я, и даже больше уже. Ну что, рабочий день начат. Покажу вам, чем мы сейчас занимаемся. О, объектик. Это вот обратная сторона нашей стены. Сейчас покажу, как это выглядит с другой стороны. Уже темнеть начинает здесь, так как мы обесточили здесь все. Вот такая вот большая высота. Раз, два, три. Три листа почти в высоту. Вот так это все выглядит. Здесь разбомбили. И вот у нас еще одно строение. Вот. Таких стен здесь будет еще две. Вот здесь одна будет, вот здесь одна будет, и вон там три. Вот. Потом вот здесь будет длинная стена. Вот. Привезли, вчера привезли, сегодня мы подняли это наверх.
Сегодня нам привезли утеплитель. Он же звукоизолятор. Вот тут лежало два поддона гипсокартона. Но мы его съели. 100 листов мы с Тимохой закинули. Вот чуть-чуть у нас профиля осталось. И вот наш для гипсокартона утеплитель. Мы швырнули 100 листов на стену где-то за неделю. Это учитывая то, что я еще успевал организационными вопросами заниматься. Ну, достаточно неплохо. Вот. Закрыли нам где-то 1058, наверное, закрыли на двоих. Плюс моя зарплата 31. Вот. То есть Тимоха получит где-то тридцатник. Вот. Ну и я где-то столько же. Плюс моя зарплата. Так что нам в семью задвинется хорошая сумма. Вот. Так что будем работать дальше. С вами, как всегда, автор и ведущий канала Вячеслав. И судя по моей изветшавшей одежде, но чистой, я нахожусь дома. И мы будем заниматься, как всегда, домашними делами. Заниматься доделкой стяжки. Вот этот бут надо будет растащить и залить. Я здесь уже все везде залил. Вот в будущем здесь ляжет плитка. Вот. И, соответственно, надо будет это все выровнять, пока у нас плитки нет, вот, чтобы здесь не скапливались лужи, мы делаем здесь хороший уклон. Альтернативы щебенки я использую бут, который мне попадается, очень удобная вещь, потому что, сами понимаете, вот, чтобы сделать вот такой вот объем из цемента, это было бы очень, ну, достаточно накладно, потому что щебенка стоит где-то у нас 1500 с привозом тонна. А тонна это не очень много. Вот, соответственно, бут очень хорошо экономит наши денежки. Дорогие друзья, просто немерено, просто полно. Вспоминаю Станислава Ещенко, который в пародии об американце, прожившем 10 лет в России, как-то он там сказал по фразе русской: хрен, говорит, дохера, говорит, это много, дохерища, это очень много, а хрен тебе, это значит ничего. Так вот, у нас дохерища работы. Все вот это вот наше поголовье должно зимой переехать в теплый курятник. Сейчас они находятся, видите, под навесом. Вот, который я использовал в качестве синяка. Вот. Видите, здесь активно идет демонтаж. Сын у меня этим занимается, помогает. А вот так выглядят сегодня мои курятники, которых уже на сегодняшний день нет. Вот нет от слова совсем.
И в ближайшее время нужно вот к этому зданию пристроить очередной курник. Мало того, вот этот навес нужно поменять на постблок. И на все это нужно время, и на все это нужны деньги. Предприятие, которым я работаю, производит керамзитобетонные блоки. Соответственно, там я могу их купить с отсрочкой платежа и, в общем-то, завести и сделать. Вот. Надо подрастать. Видите? Это наша кученька такая большая уже, видите, хвостатый. С пером. Кто-то уже занимает верхние ряды. Вот. Блин, выпили 2 литра воды. Надо вам большую плошку поставить. Срочно. Срочно. Жара. Стадо растет. Как я вам в предыдущих видео сказал, где-то 80 голов будет цыплят. Из них, ну, как минимум, наверное, половина или 1/3 это будут петухи. Соответственно, надо будет подготовить для них теплое зимование. Вот, и теплое зимование надо делать как можно быстрее, потому что август пролетит вообще незаметно. Будем это делать. Вот. Опыляется. Шмели летают всякие. Вообще здорово. Пахнет вообще изумительно. Цветочки еще, видите, не погоревшие. Жара была сильная, но сейчас уже стало ночью прохладнее. Вот этот персик у нас подрастает. Сегодня хочу уделить немножко времени теме работы. Именно стоит ли работать на работе, которая приносит мало денег и которая не приносит удовольствия. То есть, когда ты ее делаешь, делаешь ее вынужденно. Многие скажут, что в принципе надо просто работать и просто на что-то жить. И это просто у всех по-разному. У кого 15-20 тысяч, у кого 30, у кого 60 и 70. Но я заметил от того, насколько люди оценивают свой труд, сколько они за него зарабатывают, сколько получают или хотят получать, зависит их уровень восприятия жизни и вообще уровень их интеллекта. И одно из моих наблюдений заключается в том, что чем выше оплачивается труд рабочего, я подчеркиваю, рабочего, ну, не офисного, там, какого-то работника, а именно, ну, там, человека, который совершает какой-то труд, интеллектуальный, ну, труд, или там, профессиональный, там, рабочий, но тоже труд. И я заметил, что чем выше оплачивается его работа, тем выше уровень интеллекта этого человека, выше уровень его развития. Если человек очень долгое время получает мало, не может себе позволить определенный уровень жизни, соответственно, он скатывается на более низшую ступень, скажем так, существования и проживания в этом обществе. И поэтому очень важно в любой работе, значит, сколько ты зарабатываешь и чем ты зарабатываешь, то есть конкретно какой профессии, нравится ли она тебе. И я сегодня хотел бы коснуться именно вопроса, нравится ли то, что ты делаешь. Вот сейчас, на данный момент, моя работа, она мне нравится. То есть она мне и в кайф, и она не настолько тяжела, как моя предыдущая. Да, это тоже тяжелая работа, как и любая, но физически мне немножко легче на этой работе, но, соответственно, как бы я хочу заработать больше, поэтому физически я работаю на этой работе, как бы колымлю, подрабатываю больше, вот, чем планировал, вот, и, соответственно, я, естественно, устаю. Но мысль о том, что мне вот именно нравится то, что я делаю, нравится рост, который я сейчас переживаю, определенный профессиональный, вот, в общем-то, создает определенную такую картину. При нормальном материальном вознаграждении я начинаю понимать, что это мне нравится, это меня устраивает. И в этой обстановке ты начинаешь расти духовно, морально, материально, можешь строить какие-то планы, можешь где-то занимать какую-то определенную ячейку в обществе, и, соответственно,
Когда ты смотришь на людей, которые согласны работать за более дешевые деньги, вот, я такое часто вижу на работе, то есть приходят люди на работу и, понимаете, они передают ответственность за заработки, перекладывают ее с себя на кого-то еще. То есть их основная задача в том, чтобы именно, ну, просто работать работой, получать, ну, хоть что-то, то есть стабильно, там, пускай это будет невысокая оплата, но стабильно, и кто-то за этот вопрос будет отвечать. И люди на этой работе, они потихонечку, ну, не то что не растут, они потихонечку, как бы, ну, как это правильно сказать, ну, становятся невостребованными в этом обществе, вот, становятся несостоятельными. Почему? Потому что для того, чтобы чего-то достигать, нужно напрягаться. И вначале нужно напрягаться нужно физически. А физически, к сожалению, напрягаться никто не хочет. И я вот сейчас начинаю замечать, что в бригаде очень много таких людей, то есть, которые, в общем-то, хотят, чтобы им там платили 1200 в день, и, в общем-то, особо, чтобы не перенапрягали. И сразу заметно, что эти люди, они вот, словно, знаете, остановились в развитии. То есть, они не способны заработать больше, и они не способны жить более полной жизнью. Они способны ее созерцать, но не способны, как бы, ее себе позволить. И я, когда вот обратил на это внимание, то стал вспоминать себя, когда я соглашался или соглашаюсь на какую-то низкооплачиваемую работу, начинаю понимать, что она реально убивает интеллект, убивает все твои таланты. Вот. К чему я это все говорю? Мораль, которую я сегодня хочу вывести, заключается в том, что нужно все-таки заниматься тем делом, которое именно не только приносит доход тебе, но еще и тебе в кайф. То есть, когда ты делаешь эту работу, тебе нравится, когда ты ее делаешь. Ты растешь в этом профессионально, интеллектуально. Вот. Если этого нет, рано или поздно ты просто морально выгоришь. Морально, физически, и достижения твои будут нулевые. Поэтому, если ты работаешь на работе, которая тебя ограничивает, которая не дает тебе роста, то задумайся о том, чтобы все-таки эту работу поменять. Найти что-то более высокооплачиваемое и более интересное, более приятное для тебя, для того, чтобы ты ходил на эту работу с определенным удовольствием, то есть с определенным желанием что-то сделать и получить за это материальное вознаграждение. Если вам понравилось это видео или у вас есть какие-то свои собственные мысли на эту тему, то поделитесь своими мыслями в комментарии под этим видео. Я буду всегда рад прочесть то, что вы думаете по этому поводу. А пока всем добра, всем пока. Вот, друзья, доброе утро. Нету теперь у нас большой ямы. Теперь у нас есть более-менее ровная поверхность, на которую я буду ложить плитку тротуарную. Осталось теперь вот здесь убрать свинарник, тоже залить все бетоном. И, соответственно, вот здесь тоже надо все привести в порядок и начинать заниматься забором. Очень хорошо, когда есть выходные дни, когда можно в эти выходные дни заниматься домашними делами. Друзья, вот так вот. Очень хорошо, когда есть выходные дни. Когда есть выходные дни, есть возможность заниматься теми делами, которые будут тебя кормить зимой или в тот момент, когда что-то с работой не так. Так что здорово, здорово. На этой работе гораздо лучше. Гораздо приятнее что-то делать, потому что вот эта вечная беготня за деньгами, вечная отдача долгов, вот, очень сильно изматывает. А вот когда что-то сделал, когда вот так приятненько все здесь ровненько, естественно, это не может не радовать.